Красноярцы жалуются на скользкие дороги. Автолюбители утверждают, что на выходных некоторые улицы не чистили совсем. Многих горожан смущает, что ледовая корка появилась из-за отсутствия нормальной подсыпки. Напомню, в прошлом году автолюбители жаловались на противогололедный реагент «Бионорд». Среди аргументов против него были грязные машины, испорченная обувь и даже разъеденные лапы собак. Однако сейчас водители замечают, при «Бионорде» красноярские дороги были не такими скользкими. Поэтому некоторые горожане все же ждут, когда дорожники начнут подсыпать улицы новым реагентом. Напомню, его выпускает тот же завод, который производит скандальный «Бионорд», но по новой технологии. Сейчас же дорожники пользуются песком и солью. В настоящее время на улицах ведется работа по прометанию, по уборке снега. При необходимости производится подсыпка противогололедными материалами, такими как песчано-солевая смесь, песчано-щебеночная смесь. Вот. Данные о том, где какие улицы нуждаются в подсыпке, к нам приходят из службы 205. Что касается нового противогололедного материала, о котором была закупка в ноябре, договор заключен, мы ждем поставку. Вот он где-то едет. В ближайшее время, я думаю, мы его получим.